полчаса до атаки. Скоро снова по танки, снова слушать разрывав концерт. А бойцу молодому передали из дому небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты, или пишут отец твой и мать. Но случилось другое, видно, зря перед боем поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: извини, что молчала, ждать не буду, и все, весь листок. Только снизу приписка: уезжаю не близко. Ты ж смотри там, воюй и прости, если что. Только снизу приписка: уезжаю не близко. Ты ж смотри там, воюй и прости, если что. С громом первых разрывов парень крикнул тоскливо: почтальон, что ты мне притащил? За минуту до смерти в треугольном конверте пулевое ранение я получил. Он шагнул из траншей с автоматом на шее. Он разрывал, беречься не стал. И в боях над Сурою он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал. И в боях над Сурою он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал.